Всем привет! С вами канал Ветер Севера. Сегодня мы обозреваем нож фирмы Kersho, модель Injection 3.0 3810. Нож универсальный, туристический, хозяйственно-бытового назначения. Ножик удобный, практичный, отличная рукоятка. Собственно, одна из причин, почему я его выбрал для себя, это рукоять. Хороший клинок, достаточно качественная сталь, 8CR13 MUV. Дизайн от Тодда Рексфорда, такой известный дизайнер ножей. Ударопрочный пластик на рукоятке, G10 так называемый. Металлические лайнеры, удобная конструкция. Нож легко складывается и также легко извлекается одной рукой. Четкая фиксация, никаких люфтов. Очень удобно. Удобная клипса. Ее можно перекручивать на одну или другую сторону. Хорошо лежит в руке, удобный упор. Вот этот вот упорчик. Практичная модель. 3.0 это означает длину лезвия. 3 дюйма, это примерно 76 миллиметров. Вполне достаточно для целей, для которых он будет использоваться. Не сказал бы, что нож очень легкий. Реальный вес 93,5 грамма. Ну, нормальный. С учетом того, что прочная конструкция, достаточно толстое лезвие, металлические лайнеры. Это нормально. В целом нож практичный, удобный и функциональный. Я его приобрел со скидкой. Цена без скидки достаточно высока для такой модели. Составляет 5600 рублей. Ну, сейчас, в общем-то, не буду рекламировать где, но его можно приобрести гораздо дешевле. Вот такой простой, надежный и функциональный нож. Друг туриста.